Здорово все, с вами я, Егор, и мы продолжаем играть в Метро 2033. Прошу прощения у моих подписчиков и не подписчиков, то есть людей, которые просто меня смотрят. Прощение за мое прошлое видео, там был очень плохой звук, ужасный звук, честно. Я просто не записывал 2 недели, поэтому звук получился очень тихим, я забыл мелочи монтажа, что я и сказал в описании под видео. Итак, мы продолжаем. Закончили мы на том, как ехали на Регине, на нас напала вот просто туча кикимор всяких, крыс. Вот, и у меня закончились патроны. Ну, посмотрим. Так вот, продолжаем мы чуть-чуть с раннего момента. Я хочу попробовать найти патроны. Вот этого я не помню. Странно. Что ж, ладно, поехали. Так, сейчас наша главная задача — это выбивать их и немножечко хотя бы. Я уже в магазине. Так, здесь есть выходы на поверхность, и Артему становится плохо. Господи, здесь, конечно, почему-то тут слишком плохо, да? Я устаю из этих камер. Думаю, здесь можем остановиться. Давайте же. Подзарядим все-таки наш фонарь. Чтобы садиться. А я хочу подыскать немножечко патрон. И не бойся, здесь опять будут полчандры. А нет. Здесь какая-то казарма. Шепот какой-то. Вау, что это? Давайте лучше свалим. Мое решение — просто взять и свалить отсюда вон нафиг. Хотя нет, я не могу это пропустить, дорогие друзья. Давайте же все-таки сходим. Мне уж очень интересно. Итак. Подожду. Или тут уже ничего не будет? Да нет. Думаю, да, вот оно. Что-то проявляется. Мне просто очень интересно, что здесь сейчас будет. Да, мы не можем идти. Здесь валяется нож. Ну, короче, это просто были пугалки. Нам их показали, типа здесь была казарма когда-то. Я думаю, если бы мы подольше постояли, конечно, мы больше увидели, но... Хрен с ним. Думаю, пора заменить. 4 метра. Все отлично. Поехали. Ого! Ого! Вот это мне не нравится. Килка, срочно, срочно, килка. Ну, поедем по красному пути. Что у нас не получается? А, как я понимаю, нужно выйти и переключить стрелку. Вот так. И что у нас здесь? У нас здесь ничего. Ладно, поехали дальше. Так, путешествие на Регине еще не оканчивается, как я понимаю. Но патрон у нас для него уже уж очень маловато. Всего 8 пуль. Я буду пробовать использовать любые ящички сейчас, контейнеры, дабы найти хотя бы немного пуль. Так. Сумка. Ну, блин, я думаю...
думал, тут хоть что-то должно быть, а нифига. Да, сумку разбить нельзя. Ладно, едем дальше. Вот у нас и 7 патрон, как я понимаю. Даже 6. А, нет, 7. 1 в магазине. Вот отлично-то. Неужели мне дальше пешком? А я не хочу дальше. Да ну нафиг. Чего-то... Блин, не хочу пешком. Хочу на реке. Еще разок попробуем. Вот, да, да, да. Воу! Нифига! А! Диман! Ай, черт возьми. Так и знал, блин. Противогаз сломали. Ну. Группа Павла двигается на Третьяковскую. Она же Венеция. С опережением в несколько часов. Да и двигаются они по обжитому тоннелю. Но я их догоню. Не имею права не догнать. Вот мы продолжаем, упал я в груду фиг знает чего, сломал свой противогаз новенький, целенький. Надеюсь, вот здесь будет немного патрон. Регину, как я понимаю, мы тоже сломали. Да. Вот так чудеса. Хотя, вот это да. Нет, все-таки мы ее сломали. Или... Даже не знаю. О-о-о-о, сталкер, стоп. Должен бы я его обыскать. У него нечего обыскивать. Ну, мы погнули очень сильно наш ковш. Вообще, всю Регину мы испоганили, перегнули. Поехали. Давайте пошустрее, наверное, потому что не понимаю, здесь токсично все. Ах ты, сука! Опа! Сучара! Спокуха, спокуха. Стой, кто идет! Спокуха. Стрелять будем! У нас оружие! А я не вооружен, да. Ей-богу, оружие! Лениным клянусь! Мужик. Да это не ГБ вроде. Форма незнакомая. Может, из наших кто? Глянь, как он стволами обвешан. Не стреляй, братишка! Мы люди мирные. У нас тут женщины, детишки. Нас не трожь, и мы не тронем. Мы беженцы с красной линии. Я тут за старшего. Командовать мне, правда, некем. Все боеспособные шли другим караваном. На полкилометра впереди. Думали, защитят нас. Если что. Не защитили. На них напали. Стрельба, крики. Теперь затихло, но из наших никто не идет. Ну, то есть я пойду. Так что да? Дальше нам пути нет. Назад тоже нельзя. Там нас только расстрел ждет. Ты, я вижу, человек бывалый. Выручи, а? Нет, нечего терять. А детей жалко. Давайте. Им бы жить да жить, понимаешь? Хорошие патроны. Покупай. Так что же мы теперь? Как же мы без них? Да может вот живы еще. Че ты хоронишь-то раньше времени? Стрельба-то какая вот была? Это самое то для бандитов. А теперь тихо. Ну где ты такие нашел бы? Покупай. А чего? Не идут. Многовато пойму, зачем я лево. Ну ладно. Ты покупай. Подождем. Таких патронов тут нигде больше нет. А как вы думаете, они всех убили? Может и всех. А может и того хуже. Куда уж хуже? Зажигательные. Вот бы убил кто и бандитов были. Поджарил. Так. Знаешь, бывает. Ты, Яша, жив. Ах, дай тебе Бог и не узнать ее с этой стороны. Ладно, помогу так я что, им. Давайте же поедем. Да купили мы патрон. Все, погнали. В принципе, я доволен, что появились патроны, гранаты. Вроде бы я все, что хотел. Так, ребят, блин, уже столько сняли, а я...
Извиняюсь, я забыл опять сделать звук в игре. Тише. Блин. Надеюсь, вам было хорошо слышно. Если что, извиняюсь. Ай-яй-яй-яй, откуда? Надо вылазить. Определенно вылазить. Я не пойму, откуда меня гасят. Так кто, блин? У меня противогаз слишком сломан для войны. Да нафиг я его вообще сейчас нацепил. Ладно, меня убили, но... Сейчас попробуем еще разок, я просто не ожидал, то, что они там будут. Все боеспособные шли другим караваном. На полкилометра что, впереди. Что, мне опять закупаться? Думали защитить? Все, поехали. Так, ну у нас тут две лампочки. А, даже лампочки вообще все поразбивали, если лишь фонарь. Можем тихо подъехать. Я, в принципе, помню, где это. Вот здесь. Так, все. Останавливаемся, выходим. Завали хлебала, сучка! Помогите! И сейчас по стелсику пройдем. Тут нет никого. Короче, брателло, давай ты первый раз выиграл, а я пока насплю. Чую, происходит там что-то не совсем хорошее. Да, сейчас помогу. Заткнись, шмара! Заткнись! Оп. Корешок, а ты чё там затих? А ты чё сейчас затих, а? Твари, ненавижу их. Эй, пацаны, вы там как? Барышня, вы живы? Не успел я спасти барышню. Печально. Вау, неплохой револьвер. Возьму вместо своего. Вы чё, бля, увлекись-то? С лазером. Ё-моё, какой крутой. Стэн! Косой! Вы, бля, где? Это какие-то, блин, бандиты из сталкера. Задолбали! Чё вы стремаетесь? Тащи, блин. Следующий. Я хочу найти ПНВ. Очень сильно. Но, увы, не знаю где. Короче, мы их сейчас всех перестреляем и... Либо же... Ну, блин, беспалевно на регине, конечно, мы не проедем. Да, сейчас мы их всех перестреляем и... После этого... Спокойно проедем. Молчи. Дальше, кто у нас там? Вон он. Итак, меткий выстрел. Yes. Все. Так, идем дальше. Воу. Бля, у меня пушка. Спокойно. Угу. Я не помню, как кидать гранаты. Сейчас, секунду. Итак, я смог все-таки включить зажигательные гранаты. Сейчас попробую. Опробую их. Так. Ну, конечно, на низких настроечках огонь вообще ужасен просто. Ужасен. Вау. Гори. Да что какой-то он несгораемый вообще. Так, хочу опробовать еще огняшку. Мужик не сбирает вообще, урод. Так, все, умер. Братишка, развяжи меня. Я не могу больше, развяжи. Спасибо, брат. Тебе развяжи. Тебя развязать? А, это, походу, один из... Спасибо, их, так сказать. Спасибо, брат. Я думал, все. Наших угнали все. Детишек, женщин.
Ого. Кто живой остался? Я сейчас. Я отгоню дрезину, сможешь проехать. Спасибо, чувак. Ладно, давайте вернемся в нашу дрезину. У них там ловушка. Вау. Я знаю, они говорили. Нифига себе, это пистолет. Так что ты не спеша там. Вот это да. Вот это он бешеный вообще весь. Ладно, пойдемте с ним. Ну-ка. И вроде бы, ну, громковат, конечно, ну, пофиг. Ладно, где наша Регина? Вроде там я ее оставлял. Да, вон она. Так, что за ящик? Открыть нельзя. Ладно. Вот это мы, конечно, искорежили ее всю. Ладно, поехали. Теперь будем ездить аккуратнее. Ну вот, как бы Артём, получается, пытается догнать Павла по информации, данной нам жителями, которые были в той стороне. Они всего лишь в полукилометре от нас. Ну, то есть мы уже буквально через 5 минут должны быть у них. Я надеюсь. Вот. Ну, тут радиация, блин. Ладно, оденем наш противогаз. Опа. Вы тоже увидели там человека? Давайте возьмем что-нибудь с ночным видением. Так я не пойму. Чё это умирало? О, пацаны едут! Ага. Что так долго, пацаны? Пацаны. Да не шо. Атас, братаны! Так, меня вроде не заметили. Ага. А видишь, суку эту? Чую, там он. На тебе. Ну и чё, блядь, делать будем? Отлично. Братва, я пустой! По мне открыли жесткий огонь. Очень. Так, что у нас тут с интерактивчиком? Оу! Ай! Ладно. Что-то посерьезнее. Офигеть, он здесь. А, они в вагонах. Нужно атаковать их из темноты. Пистолет, короче, мое любимое оружие теперь в метро. Он реально очень крут. Опа. Успел. Ничего, я так нашел его. Угу. Сейчас посмотрим, идет кто-то к нам или нет. Вон там, по-моему, кто-то есть. А, нет, это анимация огня. Вот это да. Что ж. Летсплей получился очень скучным. Мое мнение, как бы. О-о. Обменялись любезности. Все, я успел укрыться от этой гранатки. Ты чё? Так, все. По-моему, всех поубивал. Ах ты, сука! Да ема, откуда вы? Ой, как же я устал их уже убивать. Так хочу стелсить. Блин, ну, не получается. Не судьба. Давайте уже обойдем их, что ли. Как-нибудь. Тут же должен быть проход. По вагонам, что ли? Ай, ладно, включу фонарь. ПНВ бы найти. Вот кайфовая вещь. А, ага, все, обнаружил врага. И то, где он ходит. И стоит. Вон он. Ну, попадание в локоть, я думаю, не совсем смертельно является. Так. Есть кто-то поближе. Вот теперь смертельно.
Понятно, завалили. Шухер, братва! Да ё-моё, сколько их там. На. Шухер, братва. Все, должен был убить. Ну вот, теперь надеюсь, все. Туда бы, конечно, пройти бы, пособирать патрон всяких, но... Походу... А, нет, вот этот вот. Вот и славненько. У него такая же штука, как у нас, но с коллиматорным. А она будет гораздо удобнее. Да и, наверное... Нет, такой же звук. Ладно, я тут все поджигал им. Ай-яй-яй-яй, от чего я там загорелся, я не пойму. Ладно, пошли дальше. Так, ну, если честно, я ожидал, что мы здесь найдем чего-нибудь побольше и пореже. Ну ладно. Метательные ножи тоже хорошая штука. Все, я думаю, садимся на Регину и поехали. Вот это пробивать или открыть, фиг его пойми. Попробуем пробить, я думаю, сетку, натянутую на два железных прутика, такая машина должна пробивать. Угу. Все, поехали. Да нет, все-таки у Регины тоже какое-то красное освещение есть свое. Так, я разогнался и... Ага, хрен там. Единственное, что я сделал, это разбил свой противогаз. Больше ничего. Ой, ладно. Теперь бы новый противогаз найти, потому что это просто в дырку весь. Нужно теперь надыбать рычаг. Да, вообще отлично. Я тут горю, не понять из-за чего. Да ё-моё, где найти этот рычаг? Вот он наш рычаг, который я уже ищу полчаса. Все, отлично. Теперь реально садимся на Регину. Блин, я расшиб противогаз на полной скорости. Ай. Поехали. Ну, теперь я надеюсь, мы и вправду скоро доберемся. Ай, ладно, давайте здесь выйдем, посмотрим. Догоним Павла. О, ес! Да-да-да! Как я и хотел. Итак, новенький, отлично. Все, у нас имеется новый противогаз. Вообще круто. Что тут за замок? Ага, его сбить нельзя. Печально. Садимся на Регину и полетели тогда. Я вижу там свет. Чую, скоро Артём опять отхватит по мордям. Можно спокойно тихо приехать. Так, этих убили. В принципе, можно сидеть на Регине и тоже по чуть-чуть их снимать. О, чую, сейчас очень много будет. Ладно, что это за туннельчик у нас? Какой-то сатанинский туннельчик. И вправду. Фигово, туча мошкары здесь. Так, я думаю, не стоит ехать, а.
Все, стрелки мы переключили вроде. Я не пойму. Только чего не переключается. Ну вот так. Ладно, поехали. Так, завелись. Поехали. Возьмем калаш сразу в руку. Так, там кто-то выпендривается. Нужно вершить справедливость. Вперед! Освобождать мирных людей от фашистских оккупантов. Ну-ка сюда иди. Я сказал, сюда иди. Нас кинули гранаты. Артема сейчас. Дико больно. Думаю, вот так не помешало бы сделать. Нету ни хера. Возьми! Вот. Не убивайте! Ну, тварь. Тебе. Ну давай, посмотрим, кому капец. Ларина. Так, минус один. Люди где с детьми? Ну тут мы уже всех положили. Я не пойму, куда нам идти теперь. Ага, ясно. Вышли к Регине. Ну неплохо. А кого мы пощадили, вообще непонятно. Просто куда-то все испарились. А нет, тут еще кто-то живой. Вот это чудеса. Лови гранату, сучонок! Я не пойму, откуда нас месят, вот честно. Да вот, нет, черт. Откуда? Ага, да. Сука! Готовь вазелин, бля! На! Все, вроде всех. Фух, так. Ну что ж. Вот теперь мы реально всех, по-моему, переубивали. Не знаю, спас я людей добрых или нет. Но зато убил я всех. Пойдемте к Регине и поедем дальше. Думаю. Надеюсь-то хотя бы вот этот заборчик мы сможем пробить. Отлично. Вообще просто шедеврально. Все, да, мы сошли с рельс. Просто их нет. Вот так замечательно. Закончилось наше путешествие на Регине. Спасибо тебе, да. Красава. Отблагодарил. Так, ну. Что у нас здесь? Куда я могу пройти? Вот сюда я могу пройти. В вагон я могу зайти. Походу могу. Могу. Пошлите. Пройдемся.
Отлично. Пора бежать. Я не пойму, куда надо идти. В общем, дорогие друзья, как говорится, что будет дальше, вы узнаете в следующей серии. Всем спасибо, с вами был я, Чупа, пока.